5, 4, 3, 2, 1. Добрый вечер, Зубрёнок! Как ваше настроение? Как-то и очень тихо. Давайте громче. Добрый вечер, Зубрёнок! Все знают, на каком мероприятии мы сегодня собрались. На каком? Приглашаем на сцену 17-й отряд. Громкими-громкими аплодисментами.
А я напоминаю, что мы не забываем поддерживать другие отряды. Можно громко хлопать, кричать, махать руками и поддерживать другие отряды. А мы продолжаем дальше и встречаем на нашей сцене 14-й отряд «Мамонты». Благодари на земле нашей, не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую. Это батюшки и
одном месте, в сосновом лесу, где воздух непередаваемо чистый, а природа невероятно живописная, стоит лагерь зубрёнок. Раннее утро. Богатыри спят крепким богатырским сном. Давайте. Солнышко стало подниматься. Первые лучи солнца стали светить в окно и щекотать нос Глебу. Он громко зачихал. Когда богатыри открыли глаза, солнце светило им прямо в лица. Встали богатыри, посмотрели во все стороны. Ни души, ни крыш, ни домов, ни столовой их любимой. Вот в чем причина была. Ночью злой Горыныч налетел на город и опустошил его. Обосленные богатыри за свой лагерь и красавец поспешили вернуть всех-всех-всех на свои места и отправились проучить злодеев. Не боявшись свирепого змея, зашли они на гору Минскую, в пещеру темную. А змея, тут как тут, поднялась на рекой и броситься на них готова. Но не тут-то было. Сила-то богатырская оказалась мощнее. Герои наши схватили злодея, забрали награбленное, вернули красавец и вернулись на родину. Стал народ решать, что с ним делать. Всем народам решено было простить и перевоспитать змея. Уж очень он раскаивался. Народ начал отстраивать город. Вот что творит богатырская сила. Не смешите мои подковы, сейчас такого уже не поют. Вот, ловите ритм. И раз, 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 два, три. Тиби-дам, тиби-дам, бам-бам. Thank you.
Поехали! Какая слабенькая у нас голова. Совсем слабенькая. А давайте попробуем в другую сторону, начиная с 17-го отряда к первому. Малыши, покажите мастер-класс. Поэтому предлагаю сделать громкую волну, начиная от первого отряда и 17-го, сходясь в центре. Готовы? Громко-громко кричим, когда встаем. Поехали! А мы продолжаем дальше и встречаем на нашей сцене 8-й отряд. Речь Посполитая. Давным-давно в время после войны встретились как-то два государства, Украина и Польша. И создали могучее государство, Речь Посполитую. Оно процветало, какой жизни не знало, и простиралось от моря до моря. Но про его величие и славу узнали три соседних страны – Россия, Австрия и Пруссия. И решили они отхватить себе по кусочку. Собрался великий Сейм, чтобы решить, как поступить. И так до первого раздела 10 шляхичей сидело. Но Вета решила раздор посеять. Их осталось всего 9. И остальные 9 разругались очень. Один ушел. Их осталось 8. И 8 в Кёнигсберге. И ушли потом. Один не возродился. Остались семером. Всем шляхичам сказали. Один купился. Их осталось 6. А со вторым разделом украли одного. Недолго все грустили, остались впятером. 5 шляхичей судейство учинили. Судили одного. Осталось их 4. 4 шляхича пошли купаться в море. Один попался на приманку. Их осталось 3. А третьему разделу все было нипочем. Крестили одного. Остались лишь вдвоем. Решили вдвое все пустить на самотек. Сбежал один. Второй остался одинок. Последний шляхич поглядел устало. Его стащил медведь. И никого не стало. Мы всегда идем.
Однажды, весной 2022 года, шестеро храбрых, отважных, доблестных парней и 15 нежных, благородных, обаятельных девушек встретились в шестом отряде лагеря Зубрёнок. И так же, как во времена Великого княжества Литовского, между ними присутствовала разрозненность и отстраненность друг от друга. Но среди них нашлась та, что смогла их объединить, и образовали они Великое княжество Зубрянское, во главе которого стояли две княгини. Способностями он поделился с пятым отрядом. С этим разберусь сам, ноги как
вот и откуда герой, пришедший из прошлого, вернулся к нам с Зубрёна. Мы тебя долго ждали. Куда я попал? На своем пути он встречает Кощея, Водяного, Василиса. Значит так, идем к костру дружбы. Там меч кузнец хоронит, говорит Кощей. На их пути стояло много опасностей. И одна из них в виде чудовища. Ну что, богатырь, сделай хоть что-нибудь. Чудища радуются и забывают о них. Пошли они дальше. Богатырь видит меч, но появляется ведьма. Ты хочешь забрать мой меч? Он не твой, он моего отца. Продолжение следует. Смотрите на Зубр ТВ. И это был четвертый отряд. А мы очень громко встречаем третий отряд.
Первый отряд «Васильки». Младшие дружины, давайте громче. Покажите, как вы умеете. Громко им поаплодировали, друзья.